У нас сегодня будет оригинальное спаренное занятие между ученицей 5 класса Софьей и ученицей 11 класса Марией. Но сначала я хочу поговорить с Марией, потому что у нее на днях произошло замечательное событие. Рассказывай, Маш. Во вторник мы писали пробник, пробовали писать итоговое сочинение. И сегодня нам сказали предварительные результаты, и они такие. Учитель сказал, что у меня нет ошибок. Я очень этому рада. А я-то как рада. Но я также сказала, что сочинение очень структурное и схематичное. То есть нужно добавить побольше оригинальности и творческого полета фантазии. Мысли. Ой, Маша, я это умею. И тебя с удовольствием научу. Вперед. Хорошо. Орфограмму. Еще раз. Орфограм с удвоенной М. Ма. Извинить. Извинить. А какое проверочное слово только что было? Ух, слышно, что так быстро забывается. Пришел. Повинный. Молодец. Самое сложное. Чтобы не ошибиться в орфограмме, безударная гласная в приставках, нужно знать все приставки. Их всего 19, на О 10, на А 5 и на Е 4. Так, на О пре. На О? А где там О? Так. А, Татьяна Владимировна, еще вам забыла рассказать, что в понедельник у нас была районная олимпиада по обществознанию, и в этот же день комиссия ее проверила, и мне сказали, что у меня 85 баллов из 100. Я стала победителем в 11 классе, и в январе поеду на неделю в Созвездие. Какая крутая новость, поздравляю тебя. Спасибо.